С момента первых тренировок ребят прошел не один месяц. За это время юные спортсмены смогли определиться, правильно ли выбор они сделали. Прозвучали фанфары, и праздник начался. Флаг Российской Федерации было поручено поднять лучшим спортсменам школы. Театрализованным представлением порадовали участники хореографической студии. Быстрее, выше, сильнее – это не просто слова. Ребята уже могут гордо рассказать о своих победах. Многие не впервые выступают за честь школы и города. Ваше стремление к победе, ваше желание заниматься спортом позволит вам стать обязательно успешными людьми в этой жизни. Мне хочется пожелать вам счастья, удачи, здоровья. И пусть для кого-то из вас спорт не пройдет стороной, а останется не просто увлечением вашей жизни, а смыслом этой жизни. Мне хочется от всей души вам пожелать, в первую очередь, конечно, здоровья. Пусть вам сопутствует всегда удача, чтобы у вас все получалось как в спорте, так и в учебе, чтобы вы все время радовали своих родителей и не забывали тренерский состав. За достигнутые успехи на спортивном Олимпе 2012 наградили тех, кто добился высоких результатов. Всегда надо заниматься и слушать тренера. Для спортсменов и гостей был проведен настоящий показательный суперматч боксеров. Напомним, один из участников, Виктор Кулдошин, недавно стал победителем в межобластном турнире. Самым красивым боем дня судьи и зрители назвали этот поединок. Юный боксер выиграл матч у титулованного спортсмена. Начинающим спортсменам, которых сегодня будут посвящать, вот какое-то пожелание? Ну, чтобы тренировались, не бросали. На мероприятии поприветствовали и тренеров, которые немало сил вкладывают в будущих спортсменов. За мое время здесь, если взять, очень много ребят, которые очень хорошо выступали. Ребята произнесли клятву юного спортсмена. Эти слова поставили точку в обряде посвящения. Как принято, ни один праздник не обходится без подарков. Так и это мероприятие окончилось вручением сладких призов каждому участнику. Светлана Доровских, Варвара Павлова, Александр Трегубов, «Наш город».